Ты момент... Ох, вот так вот, ребята. Вот сейчас он встанет и шарик ему. Шарик. Ох, есть. Хорошо, шарик. Хорошо, попадание. Чуть-чуть бы и промахнулись, ребятки. Просто со всей силы нанести ему урон. А он пока... извертливый, ох, извертливый какой очень. Извертливый. И еще раз кидается. А ну-ка, давай его немножко приостановим. Опа, магия сработала, хорошо. Он оглушил нас. Ой, что это было? Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и это Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И мы с вами продолжаем бои в мире теней! Да, ребята, и насколько вы знаете, мы хотим вот этот сундучок, который сверху горит. Ай, как хочется его открыть! А для этого мы должны сражаться в нашем подземелье! Да, и сегодня мы пойдем на очередного босса, и это будет кто? Это будет Хоуксен, потому что у нас есть для него печать, и мы зайдем туда и будем дамажиться по полной, ребятки! Ну что же, Хоуксен, берегись, а вы, ребятушки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с своими друзьями, и идем в бой. Хоу, собираем рейд, ребята. Отлично. Будут действовать случайные правила, мы к ним готовы. Да. Так. Опа, она понеслась, душа в рай, а? Ваша жизнь всего лишь иллюзия, а мы ее кузнецы. Мы сведем вас с ума, пока остальные надеются на грубую силу. Огонь, вода, болезни. Ха! Мы, похоже, тень наш враг совершенно слетел с катушек. С какой из троих личностей мы будем... Говори, может, твой брат будет куда адекватнее? Смеешься над нами, человек? Брат предлагает отправить ваши души в пучину вечного кошмара, и тогда ваш мир сдастся без единой капли крови. Ой, какой мощный... Это что за трехликий какой-то вот персонаж, такой вот. Сейчас а? Сейчас посмотрим на Хоуксена, ребята, никогда у него не были. Отправляемся в бой, надеемся победить. Индикатор здоровья скрыт, это не есть хорошо. Но мы идем в бой и будем дамажить! Смотрите, у него культяпки прикольные. Очень прикольный, какой-то он огромный, очень здоровый, ребята. Я и не у пойму. Него есть перегрев. У него есть перегрев, у него есть мощная сила дамага, но мы сейчас пытаемся просто... Опа, вот он с перегревчиком-то и попал по нам. Просто со всей силы нанести ему урон. А он извертливый, извертливый очень. Ох, какой извертливый. И еще раз кидается. А ну-ка, давай его немножко приостановим. Опа, магия сработала, хорошо. Он оглушил нас. Ой, что это было? Да ты ладно. Смотри, кто-то 2400 нанес урона, прикинь. Вот это да, ребята, мы только начали разыгрываться, он какими-то щупальцами просто выбил. Да ладно, ничего себе, это кто? Что за ребята-то такие? Зака Поттер, смотри, у него даже какой-то значок интересный. Ух, какой мощный у нас тут перс, ты чего? Смотри, у него какой-то платиновый седьмой дан. Да, это, я даже первый раз такое вижу, если честно. Вот это да, а, ребята. А, он в топ-100 ходит, прикинь. Да ладно, откуда да. ты знаешь? А там было написано, видишь, языком. Вот это да, ребята. Персонаж из топ-100 просто Хоуксена не дал нам добить. Мне кажется, что сейчас мы вообще просто не сможем здесь ничего сделать. Да. Слушай, да уже у него здоровья-то не осталось. Да вообще они половину снесли просто за 10 секунд. Вот это я да, думаю, вот магии. Это звери. Может быть магией, какой-то мощной магией. Я не знаю, чем они это делали, но тем не менее, они просто разорвали его в клочья. Слушай, ну мы знаем, что нормально, если дамажить, приблизительно 400 можно выбить, прям если так сладенько прям завалить противника. Да, без всякой магии. Без всякой магии, ребята. Так что будем пробовать, будем стараться. Здесь у нас без блоков, ну и хорошо. Самое главное, что индикатор здоровья у нас открыт, и мы здесь будем... Да ладно! Да ладно! Ах, вот это да! Вот это, слушай, это самый быстрый рейд за всю историю нашу. Финальный бой не был доступен, мы нанесли слишком мало урона. Вы что, ребята, творите-то? Даже с Хоуксеном не дали подамажиться. Я бы убил тебя, ведь милосердию моему нет границ. Но мой брат не имеет такого терпения. Вы вольны уйти, если не свихнетесь по пути отсюда. Вот это да. Слушай, вот это был бой. И все, и у нас нет монеток. У нас нет монеток, да, чтобы играть дальше. И даже на шепот у нас нет монеток, ребята. А это значит, что надо где-то их, наверное, заработать. Да, вот это вот мы, конечно... Я думаю, что надо еще один бой сходить. Так. Ну, давай на Архаса сходим еще. Слушай, раз. Слушай, а на Архаса у нас билетиков нету. А, у нас да? остались билеты только... А открой билетики, они же как-то вниз опускаются, эти билетики. Только на Вортекса есть. Как-то на Вортекса? Не, вот, только на Вортекса. А помнишь, давай, как Вортекса. Ты опускал вниз, и там они открывались? Не-не-не, а тут больше такого нет, у нас просто было много. А, я понял. У нас было много.
Так что идем, ребята, на Вортекса. Дамажим его по полной, чтобы получить хоть какой-нибудь билет на Фатума, на Хоксона или на Архаса. Потому да. что нам нужно к Шепоту сходить, нам нужны монетки нужны. Поехали на Вортекса, ребята. Идем, идем, ребятушки. В бой, ребятки, собираем еще один рейд. Так быстро рейд прошел, просто невероятно. Неожиданно, реально очень неожиданно для нас. Первый раз с таким столкнулись, что такие сильные союзники были, которые разнесли в хлам его. Да уж, ребята, ну ничего страшного. Вортекс у нас, Вортексик, давай-ка мы с тобой подамажимся. Ага, вот и началось это наши танцы на воде. Приключение, ребята, началось. Вортекс начинает дамажить со всей силы, но не попадает. А мы наносим ему неплохой дамаг. Ой-ой-ой, а вот теперь он попал, хорошо. Все в блок было. Ах, не смогли мы подойти к нему. У него восстановление здоровья, что ли, или что? Нет, это было? Повышение крита. Ах, ты повышение крита врубил? А вот такой тебе шарик как на вкус, а? Опа, еще у нас магия, кстати говоря, готова. Можно ее тоже было бы использовать. Можно было. Сейчас мы его положим на землю и магией шлепнем. Ба-ба-ба-бах ему. Хо-хо-хо. Четко, ах, так. Слишком сильный дамаг. Уворачиваемся, еще бы чуть-чуть нанести. Еще бы чуть-чуть, 5 секунд, главное не проиграть. Постепенный урон даже под конец. Воу, попал все-таки, ребята. Попал немножко, не успели мы увернуться. Но ничего страшного, нанесли 300 дамага. Это по нашим меркам неплохо. Согласен. И мы на первом месте, кстати говоря. Можно да, даже это, и сундук это, ухватить это, здесь. Это на самом деле очень плохо, потому что мы можем не справиться с таким рейдом. Да, кстати говоря, можем и не справиться, реально. Реально, ты говоришь правду. Мы, получается, самые сильные по дану. У нас 6-й дан. И, по ходу дела, все рассчитывают только на нас. Ой-ой-ой, ребята, какая ответственность. Но мы можем взять крутую магию. У нас есть крутой шар. Вот этот вот, который питиш наносит. Ну давай его попробуем, главное не промахнуться. Ох, ребята, обидно будет, если промахнемся. Ох, обидно. А слушай, еще... а эликсира у нас нет никакого? Какого-нибудь? Эликсира? Не, эликсирчиком не обзавелись мы, ребятки. Не обзавелись мы эликсирчиком, но зато у нас есть бой. Вот этот шар. Поехали в бой, попробуем шариком его задамажить. Да, хотя бы разочек, а может быть и парочку. Опа, даже. Хорошо. Хорошо, надо вот такими вот ударами просто выносить его. Просто тупыми ударами, ребята, здесь нет времени горцевать. Так, шарик. А, нет. Опа, нет. Пока кровотечение, ребята. Надо шарик, когда он безоружен. Когда он просто упал на землю. Так вот был момент, мне кажется, подходящий прям. Бам, ему шарик. Отлично, ребята. Опа, хоть нормальный, максимальный дамаг, мне кажется, самый рекордный мы сейчас нанесли. Бам. И дальше продолжаем, дальше. Ай-яй-яй-яй, уворачивается силы, но здесь мы его сбиваем в суператаке. Подлавливаем. Дальше атакуем, ребята, очень мощный дамаг, очень хороший, прям за 600 точно выйдем, за 700, ой, за какой за 600, за 1000, наверное. Ну давай посмотрим, и сколько у нас? 852, 350 нанесли своими силами и 502 шарик, неплохо. Это очень хорошо, я сказал бы. Конечно. На первом месте мы... Слушай, ну 3 минуты осталось. Ты смотри, какие у нас слабые союзники. Очень слабые. Всего лишь слушай, один в бою. Слушай, нам нужно с тобой каждый раз по 2 шара использовать. Если мы будем по 2 использовать... Ребята, идем ва-банк, но будет жалко, если мы проиграем. Но зато мы можем первое место занять просто, понимаете, ребята? Да. Здесь есть шанс и возможно... Ребята, придется рискнуть. Редко мы играем в рейды, придется потратиться и реально нанести, попробовать дамага. Да, смотри, кто-то уже ливнул, но он и так немного наносил. По ходу дела, все рассчитывают только на 5000 урона, я даже не знаю. Да, ребятки, я думаю, что не сможем. Но нам нужно, если мы 2-3 урона, 2-3 раза будем... 2-3 раза шарика? Да, у нас 11 шаров, ну а чё нет, зато получим хотя бы этот, как то называется. Ну да, надо подгадать момент. И момент. Ох, вот так вот, ребята, вот сейчас он встанет и шарик ему, шарик! Ох, есть. Хорошо, шарик. Попадание. Чуть-чуть бы и промахнулись, ребятки. Опа. Чуть-чуть бы и промахнулись. Нужно еще один шар запулить срочно, вот у него сейчас кулдаун будет. И... Ну-ка, сейчас его надо сбить с ног. Сейчас собьем. Или вот здесь вот прям... Ах ты как, плохо, сейчас будет кидаться. Дамаг. Опа, дамаг. Его здесь, шарик. Сейчас, встает и шарик. Бам ему, хорошо. Отлично. Ребята, 2 шарика есть. Еще бы магию можно было запулить, да... Да, магию опасно, ребятки. Забивает он. Вот это да. Ребят, вот это... суммарный урон больше 1000, 1300. Дамажим по полной. Пытаемся вывести этот рейд, но, к сожалению, остается 2 минуты. Но на самом деле, если мы 2 раза будем сражаться с ним и используем... 2 раза, наверное, не сразимся.
Два раза не сразимся? Да, надо три шара за раз использовать. Три шара, ребят, наша задача сейчас три шара запулить в него. И то это будет всего 1500. И еще один-то покидает, и... Но мы надеемся, что все-таки наши союзники хоть какой-то там урон... А, вернулись, ребята возвращаются, может быть, будут в бою. Но почему не в никто бою? Не в бою? Никто не в бою, это просто беда. Минута 38. Ай-яй-яй-яй, уже горит красным время, ребята. Но мы идем ва-банк, ребятушки, мы идем просто ва-банк. Четыре шарика, надо 5 вообще на самом 6 использовать, но это слишком сложно, да. Сложно, ребята. В бой! Ах, ребята, поехали в бой. Даже не знаю, как мы его вывезем, но будем стараться. Будем стараться. Ой-ой-ой. Промахнулись, ребята. Главное, вот, нет, только не это, только да не ладно, это. Что он так мощно-то дамажит по нам? Ой-ой-ой. Ну, ребятушки, походу, дело это провал. Да, мы слились, это фиаско, братан. Мы слились немножечко. Что ж такое-то, минута осталась, и нам минута 20, и мы точно сливаемся. Да, ну и никто из наших союзников точно не нанесет сейчас мощнейший урон. Ну, хотя более они все 3000. В бою, они все в бою, может кто-то отчаяться на шар. Думаешь? Спасет. Ну, спасет положение. Да, было бы круто, конечно. Было бы круто, если бы ребята подмогли. Только единственное, мы сейчас можем войти в бой. За деньги, да? Да, да. 20, не! Ничего за 20-ку мы не готовы. Это 20 видео надо посмотреть. Смотрите. А, слушай, 1000, на 1000 башер, рашер вышел, рашер. Ну, это 1000, ну, ерунда, 2900, нет, конечно же, не вытаскиваем, по ходу и дела. И поэтому мы не получим сундук, ребята, да, вот этот бой, который обидно, мы сейчас видели, это обидно очень, да. Если бы хотя бы еще бы один из героев набрал там тоже по 2, по, ну, за 1000 каждый бы перешел бы. Да, было бы круто, ребят. К сожалению, ни монет мы не получаем, ни ключей, ничего. Но попытка была не пыткой. Согласен, ребятушки, мы старались, ничего не могу сказать. А добивания у нас тоже не будет, наверное, да? Да, добивания не будет, потому что не получилось. Да. И поражение, ребята. Попробуй, говорит, использовать другое оружие. Ах, да, ребятки, вот такой вот был сегодня бой, вот такое было видео. Спасибо вам огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами была команда Detol, всем спасибо, пока! До новых встреч в новых видео!